Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор колеблющейся блесны мукай люпер весом 1,7 грамм. Блесна люпер выпускается в нескольких весах, и вот самой легкой моделью является приманка весом 1,7 грамм. Ну, как говорится, доверяй, но проверяй. Давайте посмотрим, соответствует ли вес, указанный производителем, фактическому. Есть у меня весы точные. Как можно видеть, вес приманки составляет 1,67 грамм. То есть производитель не лукавит и точно указывает вес приманки. Блесна поставляется в удобной компактной упаковке. Производится она в Японии. Приманка представлена у меня в цвете Т48. Большая часть приманки окрашена вот в такой вот коричневый цвет. Ну и верхняя часть окрашена в оранжевый цвет. Вообще приманка производится в более чем 20 расцветках. И чаще всего подложка отличается по цвету от лицевой стороны. У меня же в этом цвете и подложка, и лицевая сторона идут в одном цвете. Приманка имеет достаточно классическую форму, вот такую вот каплевидную. Если посмотреть профиль приманки, то видно, что верхняя часть блесны изогнута. Также приманка имеет продольную вогнутость. Приманка достаточно такая вот широкая, сделана из тонкой прослойки металла. Кстати, металл — это латунь. В верхнем отверстии приманка не имеет заводного кольца, поэтому при ловле на мукай люпер необходимо использовать застежку. Также блесна комплектуется небольшим заводным кольцом и достаточно хорошим крючком. То есть он правильной формы и безбородый. Но если, например, вы хотите снизить количество сходов, хотя с таким вот крючком их будет минимальное количество, то можно поставить небольшой крючок с бородкой, например, S59 от компании Owner. Приманка весит достаточно мало, то есть 1,7 грамм ее масса, поэтому по полетным данным она, конечно же, не чемпион. Также эту приманку в первую очередь могу порекомендовать для облова верхнего и среднего горизонта. Приманка великолепно работает в стоячих водоемах. Но если вы найдете участки рек с медленным течением или где течение будет отсутствовать, то также можно применять мукай люпер весе 1,7 грамм. Приманка отлично подойдет для ловли форели, окуня, ну и другой хищной рыбы. Но при этом, кстати, не только хищная рыба, нужно отметить, попадается на эту приманку периодически, и мирная рыба любит лакомиться такими вот классными блеснами. В общем, советую попробовать мукай люпер. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!